Самая сильная вспышка X-класса произошла 31 декабря 2023 года. В районе Тихого океана наблюдалось сильное радиозатмение. Жители Белоруссии отмечали отключение связи. За эти сутки произошло 16 извержений вулканов по всему миру с выбросом пепла. Также за эти сутки произошло более 800 землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,5 баллов в Японии. Некоторые прибрежные города затопило, в других начался сильный пожар, отключен свет. Множество людей пришлось покинуть свои дома. Но совпадение ли это? Стоит отметить, что 14 декабря 2023 года на Солнце произошла мощная вспышка, через 4 дня после которой, 18 декабря, в Китае произошло мощное землетрясение, которое сопровождалось еще и ухудшением погоды. Сильные морозы до минус 14 градусов очень сильно усложняли ситуацию с поиском людей, которые были под завалами. Почему молчит официальная наука? Почему ученые не бьют тревогу? Это же очевидно, что с климатом что-то не так, что солнечные вспышки идут практически синхронно с событиями на нашей планете. И это говорит о том, что действительно активизировалось космическое излучение, о котором говорили на форуме «Глобальный кризис. Ответственность». Становится очевидно, что если мы с вами не начнем делиться этой информацией, не начнем бить тревогу, то мы все вместе можем так и... Давайте что-то делать.